На основании поручения главы государства акиметом Сырдарьинской области ведется работа, направленная на дальнейшее социально-экономическое развитие Калыкульского района Республики Каракалпакстан. Каждой махалле прикрепили ответственных лиц, чья деятельность направлена на ускорение созидательных процессов в этом направлении. В целях оказания на основании поставленных руководителем страны задач широкомасштабной помощи Калыкульскому району Республики Каракалпакстан были привлечены инициативные предприниматели Сырдарьинской области. Сформированы первые 14 проектов на более 570 миллиардов сумм. Планируется открыть 1900 новых рабочих мест. Также очищены 358 километров арыков и коллекторов. Приняты меры по возвращению в сельскохозяйственный оборот 9700 гектаров площади, а на 5000 гектарах провели пахотные работы. На основе сырдарьинского опыта налажено выращивание бахчевых культур. В целях обеспечения поливной водой приусадебных земель в сходе граждан Махали Маданья, Дуслик и Навруз установлен насос мощностью 15 киловатт и трансформатор на 100 киловатт. Также возвели центр духовности и просветительства Сайхун и Джайхун. Подарок президента местного населения. Также переданы более 3000 книг. Духовность сближает народы. Если мы будем относиться к этому с уважением и ценить, то наши добрые связи будут только крепчать. Данный центр будет способствовать укреплению уз дружбы между жителями Сырдарьинской области и Калыкульского района, да и всего Каракалпакстана. Его мы можем назвать «Домом дружбы». В районном центре организовали ярмарку, на которой были представлены национальные блюда, бахчевые и другая сельскохозяйственная продукция, выращенная в Сырдарьинской области. На организованной ярмарке гости представили различные национальные блюда. Больше всего мне понравились приготовленные из тыквы. Надо побольше организовывать такие мероприятия. Нам было очень интересно. В махалях и аулах организованы культурно-просветительские мероприятия. В рамках общенационального проекта «Яшыл-Макон» в новостроенных парках «Дуслик» и «Сырдарьё Каракалпакстан Оналары» высажены 1000 саженцев фруктовых и декоративных деревьев. Малообеспеченным семьям переданы продукты питания, а детям – одежда. Основная цель праздника – укрепление дружественных связей. Следует отметить, что Сырдарьинская область принимает активное участие в экономическом развитии Калыкульского района. Совместно создаются новые рабочие места, предоставляется помощь социально уязвимым слоям населения. В дальнейшем данные мероприятия будут все более расширяться в своих масштабах. В Калыкульском районе до конца года предусмотрено сдать в эксплуатацию ряд объектов. Продолжится работа по социальной поддержке населения, дальнейшему повышению его благосостояния.